Надеемся, что ты поможешь команде, станешь для нее полезным, и удачи хотелось бы пожелать тебе в ней. Спасибо большое, спасибо. Я тоже рад, что перешел в Интер, и я тоже надеюсь, что смогу помочь, что оправдать те надежды, которые доверяют и доверили мне. И надеюсь, что удачно выступим и на Еврокубке, и в чемпионате тоже. Расскажи, пожалуйста, как именно состоялся твой переход в Интер? Ну, у меня закончился контакт с Карабахом, и как бы поговорили с главным тренером, пообщались и решили так, что перешел сюда. И кто стал инициатором твоего приглашения? Инициатором, ну, клуб, сам клуб, наверное. И тренер тоже, да. Ну, уже первый день ты на сборах. Ребят, так более-менее ты знаешь. Хотелось бы узнать, как проходит процесс адаптации у тебя в команде. Ну, адаптация, я думаю, что с этим проблем не будет, потому что многих из этих ребят знаю, со многими вместе играли. Если не играли, то так знаком, и я не думаю, что проблема будет там с адаптацией. Да. Как бы первый день нормально все, как будто своя команда. Ну и впереди Интер ждет участие в Еврокубках. На твой взгляд, команда сможет успешно выступить и представить Ну, страну? заранее тяжело сказать, но мы к этому готовимся. Если хорошо подготовимся, то все хорошие шансы у нас выступить удачно. Хорошо, Георгий, спасибо и удачи. Спасибо.